Хейо, гайсомишмики, мы продолжаем родить игру под названием Bugs Bunny и Last Time. Окей, нам нужно в 30-е годы, у нас там открылась в помойке уровень, а прошлая серия у нас была в космической, так сказать, галактике X. Так, тут сюда еще нельзя. Вот, можно в помойке запрыгнуть. Давайте мы запрыгнем в помойке. Так сказать, в урну залетим. Эй, Манзи, слышишь, братан, завалить этого конченого кролика. No problem, босс! Нихера себе, мы что будем нам... Объект быстро... Вау. Да ладно. Стоп, а, он сам дрифтует. Часы, тихо. Марковьяночки. Окей, главное просто попадать. А если не буду попадать, то просто... Просто. Главное внимательно смотреть, где морковочки золотые. Но зато здесь можно нормально морковок собрать, 99 этих. Часы забираем. Да ладно. А, то есть... Я теперь на одноколесном. Не вижу. Ауч. Сколько у меня морковок? Не, ну погоня прикольная, слушайте. Там морковка была, алло. Я за морковкой шел. Ну ладно, главное здесь просто не врезаться, там мы запомнили. Так, морковочку эту забрать. Мне еще нужно 3 морковки, можно про обычный забыть. Let's go, nice, все. Ага, я могу прыгать. Золотая морковочка. Главное всегда смотреть за морковкой. Гравицапа есть, машина летит. Ты прошел этот уровень. О, если он так говорит, значит я начастую прошел. А, давай-ка я сохраню твои победы. А, нет, не надо. Ага, куча, Ланин. Так, ладненько, я только буду сохранять. Опа. Коррида. Давайте в корриду поехали. Аль коррида. Так, я должен понимать, я должен... Прыгать в бочки, да, вовремя? Oh.
на самом деле тут вообще сложного ничего нету. Роро, Хорида, Хая. Зато тут халявные монетки можно собрать. Ну, не монетки, а золотые морковки. Все, бык в растерянности. Ну, в бочках просто морковки, но у нас 99 морковок. Надо вот так как-то стать. Блин, вот было в ближнем виде, нужно было их... Ладно. А, так я могу и сам ломать их, слушайте. Гравицапа есть, машина летит. Ты прошел этот уровень. Давай-ка я сохраню твои победы. Нет, не надо. Ага, куча тланин. Я не знаю, просто вылетит или нет. Так, еще 90 нужно сюда. Там у нас все собрано. Так, давайте я сразу к пиратам, да, слетаю. Мне нужно забрать золотую морковку у пиратов. А вот теперь мы можем с чистой, так сказать, совестью отправляться. А что у нас открылось хотя бы? Ой, слушайте, а что у нас реле открылось? Ага, точное измерение, X ракета. Так, часы, золотые. Тут уже только часы замечу. Неужто мы будем просто сейчас на ракете лететь и стрелять? Было бы прикольно. Сквозь терновники к звездам. Так, я вижу первые часы. Вай, какой большой морковка! Эй! Эй! Не вмешивайся, это моя особая экспериментальная космическая морковка КЦ. Ну, вы поняли? Специальная морковочка КЦ. Так, как я понимаю, то, что он кидает, ты должен это ловить. Как здесь все происходит? Он кидает эти таблетки, я в них обратно кидаю ему. Из них вылупливаются вот эти жуки, которые потом в конце концов просто уронят. Давай на ту сторону. А, блин, он кидает таблетки в туз. Ай-яй-яй, тихо, еще кидай. Таблетка упала. А, не спадают, ребята. Они спадают, у него хп восстанавливается. Держись. Все. Изи. Ну,
чтобы к морковке не подойти нечаянно, я лучше обойду ее. Есть, машина летит. И прошел этот уровень. Окей, куда теперь? Ага. Ведьмы повсюду. Давай-ка я сохраню твои победы. Нет. Ага, куча тланин. Я не хочу рисковать своими, так сказать, сборами. Так, теперь у нас ведьмы, да? А ведьма у нас сзади открылась. Ведьмы повсюду, одни часы, золотые морковки, 8 штук. Бабуля, куда-куда отправляйтесь? О, моё гаце... Эй, женщина! Эй! Ох, эй. На улице ливень пошел. Так, походу это очередные погонявки. А нет. Найди 10 таких предметов, чтобы получить чиз. 10 карль. А мимо этой линии беги, разбей часы, чтобы сбежать от ведьмы. Подбери красный символ, чтобы продлить время. Не забудь, разбей все ящики и найди часы, будь осторожен. Главное просто бежать. Просто еду, просто спешу. Ни на что внимания не обращаю. Все по пути быстренько забираю. Ой, я часы не забрал. Ну ладно, она просто их срезает, поэтому я мог успеть. Вот, я не успел. Алло. Что ты часы не взял? Главное все часы собирать, если я не хочу каких-либо проблем. Так, ух ты, отличный забег. Сделай это еще раз и еще подбери красные символы. Плюс 3. Не забудь, да, разбей все ящики, найди еще одни часы. Удачи. Окей. Мне так по душе ездить. Айдак. Алло, там даже видно, что я в текстуры запрыгнул, в какие. Хотя ладно. Надеюсь, из них золотые монетки не выпадали. Yeah.
Окей, просто бегу. Ладно. В смысле, там нельзя попасть? Оп. Часики. Но они так высоко подлетают. Привет, турист. Если хочешь, я могу научить тебя волшебным трюкам. Хочу. Отлично. Ладно. Слушай внимательно, пацак. Я научу тебя петь волшебную мелодию, которая запускает... Он типа меня научил уже? Хороший дедюк, а? Я научу тебя... Типа он меня уже научил, да? Или нет? Он меня научил или нет? Ну, будем считать, что он меня научил петь. Левица поесть, машина летит. И прошел этот уровень. Да. Давай-ка я сохраню твои победы. Не надо. Ку! Ага, ку, Чатланин. Так, ну я собрал. Я собрал все, что надо. Ага. А теперь, ребят, у меня нету никуда прохода. Поэтому теперь я возвращаюсь во все уровни, где мы были до этого. Я собираю все, что я упустил, если это могу это собрать. И мы продолжим потом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. А хотя давайте я быстренько проверю. Быстренько сюда зайдем. Пропускаем. Найди 10 таких предметов, чтобы получить чиз... 10! Окей, тогда давайте... Если это так... Ладно, быстренько морковки те же самые пособираем. Так. Мне нужно к ведьме. Потому что здесь этот ящик. Видите, я плюс при этом могу пособирать сразу морковочки. Для своего, так сказать... Мне сюда же, да, нужно еще потратить? Или нет? А, не суть. Для нас быстренько пробежать все это дело, минутное дело. Хы, минутное дело. Так, сразу. Сюда. Я понял. Да, ёлки-палки. Так, это у нас для чего? А, ящик, точно. На самом деле, это я уже до хера раз прохожу одно и то же. Ну, не суть, для прохождения 100% нам это надо. Ну, яблоки... Ой, яблоки. Ящики мне по-любому надо ломать. Так, хорошо. Ящик. Готово. Здесь 8 морковок получаем. После вот этого вот уровня, скорее всего, я и закончу. Скорее всего. Эй!
Хорошо, что он меня не заметил. Так, теперь я могу попеть. Скорее всего, он меня просто поднимет, и я возьму золотую морковку. Но тут, смотрите, есть тоже проходы, куда я могу, по идее, попасть. Нифига тут морковок. Так, понятное дело, что я сюда пойду. Так, способность прыжка. Теперь я сюда могу залезть. Отлично. Чтобы далеко не бегать, сразу засейвлюсь. Так, туда мы сейчас зайдем, подождите. Так, часики. Что это? Сад его величества для садовников. Сад для садовников, ребята. Я что тут забыл, то ничего. Блин, а мне его сюда надо привезти. Иду сюда. А я не допрыгну, Нилай. Давай. Так, вот это идеально. Хорошо. Зачем мне способность сметать яблоки? Теперь я понял. Нет, я не понял. Да, я понял. Еще яблочко берем. Ай, смотрите, из него уже нельзя выбить. Великолепно. Это его слова. Хорошие пролаги. Так, мне еще надо. А я могу еще сюда вернуться, да? О, нифига. Нифига. Так, а можно как-то нормально повернуться? Отлично. Так, берем это яблочко. Относим сюда. Я думаю... Почему у меня платформа упала? А этот дурак яблоки у меня ворует, оказывается. Так, я, по идее, могу оттуда, да, вылезти? Да.
Так, хорошо, здесь мы все с вами собрали. Но по факту остального вы все уже видели. Поэтому давайте я соберу и мы продолжим. Блин, я тут вспомнил, что я же не все смогу собрать. У меня же вентилятора нету, который здесь нужен. Помните, тут же вентилятор нужен. А у меня его нету. Херово. Вот, как раз вот в этом месте мне нужен. Ой, мне потом придется сюда обратно возвращаться, ёлки-палки. И я не удивлюсь, ребят, если там все-таки будет наверху то, что мне нужно. Понимаете? Десятый, я имею в виду, ящик. О, мы открыли новый уровень, ребят. Сражение за планету X. Я сохраню твои победы. Да, пускай сохраняет, потому что мы уже заканчиваем. Спасибо, Чатланин. Короче, в следующей серии мы вместе с вами побегаем и все пособираем. Я просто буду паузу ставить, да, и все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.